Мы-то здесь спорим и часто в дискуссиях. Но дело в том, что к нашему спору не могут подключиться американцы. У нас часовые пояса, мы не можем. А они у себя на официальном правительственном портале usaid.gov на английском языке в портале «Работа по России» пишут, что они написали Конституцию Российской Федерации, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Земельный кодекс, Гражданский, по-моему, там какой-то первый раздел или это какой-то еще. Такое? На сайте usaid.gov я могу открыть, у них это висит. Это их отчет для своих сограждан по той работе, которая они могут там написать, там, что вы женщина. Мы в это поверим? Но это просто тоже действительно полная ерунда. То есть это... Я хорошо помню, как готовилась американцы врут. Но тот, кто это написал, но это, ну, я не знаю, но это фантазия. Госдепартамент США это написал. Но это же... это врет. Я, во-первых, не верю, что там такое написано, такие покажу. Формулировки. Да? А потом, ну это... Если такие формулировки, то это полная фантазия. Ну, вообще-то, я помню, Ельцин сказал, что с ними согласовано. Когда представлял народ, вот это правда, все помнят. Мы обсуждаем Конституцию, смысл ее, статьи. Нам надо понять, кто ее писал. Или... Вот для начала, чтобы начать. Я точно участвовал. USAID в переводе, это называется агентство США по международному развитию, слово развитие, а не так. Это центральный орган государственного управления Соединенных Штатов, государственного управления США в области оказания помощи за рубежом. Но мы видим, как помощь оказывается. Вы английский язык же хорошо знаете. Вот давайте прочитаем. USAID in Russia, я вам сейчас выделю конкретные области. Подождите, сейчас давайте конституцию наберем. Вот, переводите, что они говорят в отчете своим налогоплательщикам. Это их официальный сайт, государственный. Помогало в подготовке проекта Конституции Российской Федерации. Соединенные Штаты Америки помогали. Нет, USAID. Ну, USAID, государственное учреждение. Помогал в подготовке проекта Конституции Российской Федерации. Гражданского кодекса и следующий абзац. Налогового кодекса. Ага. И там дальше еще рул. Я не знаю, что они имеют в виду, честно говоря. Может быть, какие-то их эксперты привлекались. Илья Юрьевич, американцы. Смотрите, они, честно, надо расследование запустить по этому поводу, официальное, на уровне генпрокуратуры, или кто бы сказал, американцы здесь, врут или не а врут? А какое здесь преступление? Не, ну мы для себя думаю, хотим знать. Я думаю, это, может быть, какие-то... Я точно не помню, кто? Но какие-то американские, может быть, эксперты привлекались?